The oceans are essential for life. They help us regulate our climate. Океан жизненно важен. Он помогает нам регулировать климат и является главным элементом нашего благополучия. Наука о океане вносит свой вклад в работу как между странами, так и в голубую экономику, так и в достижение 14-го ЦУР. Огромный потенциал для решений, но, тем не менее, он недостаточно изучен. Это знание — это не просто любопытство. Наше выживание зависит от него. Океан привносит около 1,5 триллиона долларов США, однако только 1,7% государственного бюджета направлено на его изучение. Мы должны наладить исследования во всем мире, мы должны предпринять новые меры, собрать информацию, в том числе от новых стран. Мы можем найти в данном и это может помочь как ученым, так и лицам, принимающим решения, понять, кто что, чем должен заняться. Этот отчет — это как бы предыдущий шаг для последующего изучения науки в океане во многих странах. И также мы отмечаем неравенство в гендерном вопросе. Международное сотрудничество очень важно. Чем больше международного сотрудничества мы видим в публикациях, тем больше цитат мы получим. Во время пандемии COVID-19 мы приняли еще один шаг. Это ключевой момент для трансформации в нашей экономике. Наука и океан играют важнейшую роль. Инвестиции, международная кооперация являются важнейшими шагами. Существует востребованность как и также обязательства со стороны различных стран поддерживать инфраструктуру науки об океане. Я верю, что МОК ЮНЕСКО — это важнейший форум, и это очень важное дело, потому что данный доклад опубликован в рамках десятилетия устойчивого развития 2021-2030 года. Этот отчет позволяет отследить прогресс науки об океане. Это еще один шаг к науке, которая нам нужна, и к океану, которого мы бы хотели. Данный доклад доступен на 6 языках ЮНЕСКО. Вы можете ознакомиться с информацией на официальной странице организации. Это все те эксперты, которые привнесли свой вклад в создание данного видео. Спасибо за предоставленное изображение.
Happy World Ocean Day 2021 to all of you. My name is Salvatore Arrigo. Поздравляем вас с Мировым днем океана. Меня зовут Сальваторе Арриго. Я работаю в межправительственной комиссии ЮНЕСКО. Добро пожаловать на сегодняшний виртуальный семинар. Хочу начать наш сегодняшний вебинар с нескольких объявлений. Во-первых, пожалуйста, примите во внимание, что данный семинар записывается и будет сохранен. Также есть перевод, синхронный перевод на несколько языков. Для того, чтобы получить доступ к переводу, пожалуйста, нажмите на значок в виде глобуса внизу экрана и выберите нужный вам язык. Вы также можете отключить оригинальное аудио. Пожалуйста, напишите, подпишите ваше имя в вашем аккаунте, чтобы мы могли знать, кто говорит, когда, если вы решите задать вопрос. Пожалуйста, если возникнут какие-то вопросы, задавайте их в отделе вопросов и ответов, не в чате. Пожалуйста, пользуйтесь чатом только для каких-то технических моментов, и давайте уже начнем. Хотел бы сказать, что для меня большое удовольствие находиться здесь, на этом виртуальном семинаре, который отразит основные моменты научного доклада Мирового океана, или GOCR на английском, и его влияние на передачу морских технологий. Сегодня у нас собралась потрясающая группа экспертов. Они представляют различные регионы, различные истории. Но все они привносят свои знания и умения в океанографическую науку и в передачу морских технологий. С нами сегодня Жаклин Уку. Жаклин сделает первую презентацию. Жаклин — координатор исследований. И здесь находится в качестве сопредседателя этого доклада GOCR. Жаклин из Кении, и также она является председателем организации ВИОМСА. Большое спасибо за то, что к нам присоединилась, Жаклин. Жаклин сделает первую презентацию совместно с Дженом Мисом. Джен Мис — это директор Морского института Фландрии, Бельгии, и также совместно с Жаклин он возглавляет этот доклад, работает над этим докладом. Ну что ж, давайте, пожалуйста, начнем презентацию, которую подготовили Жаклин и Яна. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем присутствующим. Давайте рассмотрим первую часть этого доклада. Для меня большая честь быть сопредседателем комиссии по работе над этим докладом совместно с Яном. И это довольно-таки важный доклад, потому что он позволяет нам взглянуть на прогресс в данном науке, в данной области на последующие годы. Я из Африки, и для меня большая честь занимать эту должность. Вначале был проведен опрос, и далее специфический анализ библиометрических, технометрических и гендерных вопросах. Редакционный совет — это 12 человек, 5 женщин и 7 мужчин из 12 стран. И авторы, всего их было 35, эксперты всех 5 избирательных групп МОК. Они предоставили нам обратную связь, и мы очень им благодарны за их вклад.
us when we tell you it's 250 pages, but it is a very valuable документ, состоит из 250 страниц, и это очень важный ресурс для политиков, ученых и других заинтересованных сторон, которые стремятся оценить прогресс в достижении цели устойчивого развития повестки ООН на период до 2030 года. И также у нас есть краткая версия данного отчета, которая отражает основные пункты и опубликована на 6 языках ЮНЕСКО. Вы можете скачать данный отчет, данный доклад со страницы, которая была указана на слайде. Позвольте мне поделиться с вами основными моментами. Мы понимаем, что наука об океане имеет прямое значение для политики устойчивого развития и применяется в стратегии управления и действия многих социальных секторов. Также мы отмечаем, что финансирование науки об океане в целом недостаточное, и такое отсутствие финансовой поддержки подрывает способность науки об океане в плане поддержки устойчивого представления человечеству экосистемных услуг океана. Также мы обнаружили, что женщины в этой сфере по-прежнему недопредставлены, особенно в высокотехнологичных категориях. И также, что касается признания молодых ученых-океанологов и уровень их поддержки слишком сильно различаются в разных странах. Что касается технического потенциала науки об океане, по-прежнему он неравномерно распределен между странами и регионами. И этот дисбаланс еще больше подчеркивается и усугубляется недостаточным или же разовым финансированием наук об океане. Количество публикаций по науке об океане во всем мире продолжает расти, особенно в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. Далее, страны недостаточно оснащены для управления своими данными и информацией об океане, что в целом затрудняет открытый доступ и обмен данными. Данный доклад предлагает систематический подход к измерению потенциала науки об океане на международном уровне и помогает достичь 14-й ЦУР. Когда мы проанализировали человеческий потенциал, мы обнаружили, что, в принципе, число исследователей наук об океане колеблется в зависимости от страны и представляет собой от 1 до 300 сотрудников на миллион жителей. И это соотношение не имеет прямого отношения к ВВП. Так считалось, но мы обнаружили, что на самом деле это не так. Вы можете знакомиться с данными в этом докладе. И здесь вы видите, что в некоторых странах недостаточно исследователей, работающих в области науки об океане. И, конечно же, число зависит от уровня развития страны. Чем менее развита страна, тем меньше сотрудников, исследователей. Также теперь, что касается гендерного вопроса, мы обнаружили, что мы еще далеки от достижения гендерного равенства. Женщины-участницы составляют в среднем до 39% от общего числа участников в зависимости от категории и региона. И мы видим, что за последние годы эта ситуация потихоньку меняется, и мы рады, что глобальная доля женщин-исследователей в области естественных наук растет. Каждый раз мы видим все больше и больше женщин-участниц конференции от 29% до 53% от общего числа участников конференции. И еще интересный момент, что все еще довольно-таки небольшое количество женщин представляет какие-то ключевые выступления и отчеты. Поэтому необходимо продолжать работать над этим вопросом, чтобы добиться большего гендерного равенства и участия женщин
Теперь я хотела бы передать слово Яну Месу для того, чтобы он продолжил эту презентацию. Большое спасибо, Жаклин Уку. Добро пожаловать, дамы и господа. От лица всех участников я хочу вас поздравить с Мировым днем океана и хотел бы сейчас поделиться с вами основными пунктами нашего доклада. Что касается биометрических моментов, с левой стороны мы видим график, где отражаются научные результаты. Мы видим, что за последние 20 лет отмечается довольно-таки заметный рост. Этот отчет уже готовится на протяжении 20 лет, и мы видим, что количество публикаций, связанных с наукой об океане, практически в 3 раза выросло, от 40 тысяч до практически 120 тысяч. И не только повысилось число публикаций, но также и количество изданий, в котором публикуются статьи, связанные с наукой об океане. Теперь, что касается международного сотрудничества, это индекс здесь отражается, который измеряет количество стран. Где ученые работают над публикациями. Голубой свет — это 2000-2005 год, и серый цвет — это 2012-2017. Как вы можете видеть, этот индекс растет в тех случаях, когда существуют международные альянсы, и эти альянсы также, количество их продолжает расти. И благодаря им наука становится более устойчивой. Мы видим, что растет не только количество, но и качество. С правой стороны мы видим еще один график, который показывает, что существует связь между индексами международных публикаций и фактором влияния изданий. Как вы можете видеть, динамика положительная. Чем более интернационально, так скажем, эта публикация, тем больше влияния она оказывает. Мы проанализировали не только научные результаты, но также впервые в рамках этого доклада GOSR 2020 мы в технометрическом смысле проанализировали данные от 2000 до 2008 года. Здесь мы проанализировали применение технологий и приложений. Это данные, которые мы получили из США, из Европы, из Кореи, из Японии и из Китая. Вы можете ответить, что множество патентов выходит из науки, из каких-то публикаций о науке об океане. Это часть нашей науки, которая касается тем, связанной с изменениями климата. На втором месте. А также мы видим данные, касающиеся различных технических моментов. Что касается морской технологии. Здесь, благодаря проведенному анализу исследовательского глобального флота, мы отмечаем, что существует неравенство в плане доступа к технической инфраструктуре, которая является важной и фундаментальной для науки об океане. Мы отмечаем неравенство во всем мире. На круговой диаграмме мы видим количество исследовательских суден, которые мы идентифицировали, их больше 1000, и большинство из них довольно-таки небольшие,
менее 10 метров. И также на втором месте судно размером от 10 до 35 метров, 24%. И далее мы видим, что в целом возможности довольно-таки ограничены. Справа вы можете отметить на графике, что эти исследовательские флоты, в основном большинство их это судно США и Японии. У других стран, представленных в этом графике, разумеется, мы видим, что данные сильно отличаются в отрицательную сторону. Далее, инвестиции. Мы попросили стран-участниц ответить на вопрос, касающийся инвестиций в исследование океана. Мы отмечаем большие, крупные различия между странами. С левой стороны вы видите затраты на науку об океане в процентном соотношении относительно ВВП. И с правой стороны это как соотношение затрат с ВВП. Мы видим, что в некоторых странах это число довольно-таки внушительное, и в других странах мы видим, что это число приближается к этому легендарному числу 3%. И здесь отличается Корейская Республика, почти 4,5%, и вы можете сравнить этот показатель с другими странами. Мы видим, что только 1,7% в среднем, 1,7% средств направлено на науку об океане. И только 0,12, допустим, в Перу, это очень небольшое число. И это отражает в целом положение дел. Эти цифры и числа, которые представлены в данном докладе, отражают в целом ситуацию как в правительственном секторе, так и в частном. Мой последний слайд, касающийся поддержки науки об океане, мы обратились с вопросом к государствам-членам МОК. Поддерживало ли исследование наука об океане у цели устойчивого развития. И многие страны отметили, что у них есть множество стратегий, которые позволяют измерить достижения на пути к ЦУР-14. И более 70% отметили, что да, у них есть стратегия и также маршрутная карта по достижению повестки 2020-2030. Но очень небольшое количество стран действительно отмечают достижение ЦУР-14. Это нам показывает, что у нас впереди еще очень много работы и шагов, которые мы можем предпринять. В заключение. End the Global Ocean Science Report 2020 with a call for. В завершение этого доклада мы призываем к действиям, призываем страны-участницы, страны-члены, научные круги, НПО, гражданское сообщество и так далее. Мы видим и отмечаем, что данный отчет, данный доклад показывает нам, что мы находимся в процессе и
наверняка в последующие годы будут выпущены дальнейшие доклады, и стоит воспользоваться той информацией, которая существует на сегодняшний день. И здесь мы опубликовали 9 призывов к действию, 9 пунктов, чтобы была пересмотрена в целом деятельность касательно науки об океане. И мы думаем, что очень важно, чтобы государства-члены постановили качественные процедуры в этой сфере, потому что это было большой сложностью для государств-членов получить правильные данные. И таким образом здесь мы отмечаем, что в целом существует необходимость в более конкретных данных для того, чтобы наука об океане, чтобы была заметна и ясна ее важность в рамках нашей работы, и мы надеемся на достижение альянсов. Мы считаем, что это может быть в целом единственной формой достижения и передачи морской технологии. Пятый призыв к действиям — это разработка стратегии и планов реализации для поддержки всех стран, в том числе на местном уровне. Это довольно-таки сложный пункт, но мы надеемся на его достижение. Также мы призываем двигаться к развитию потенциала и реализации карьерных потребностей женщин и молодых ученых. Как Жаклин говорила, это открытая наука, и участие всех участников процесса является важным для нас. Мы надеемся, что эти существующие на сегодняшний день барьеры будут побеждены, и что будет достигнуто больше равенства. Мы надеемся, что на протяжении последующего десятилетия множество лиц, у которых есть подготовка в этой сфере, смогут стать участниками этого процесса. И последний пункт, он касается оценки влияния пандемии COVID-19 не только на человеческий фактор, но и на технический потенциал в области наук об океане. Это финансирование, устойчивое финансирование. Как мы понимаем, многие данные, которые были использованы в рамках этого доклада, были получены до пандемии. И наверняка следующее издание этого отчета, которое будет опубликовано приблизительно в середине десятилетия «Наука об океане», наверняка там будет отражен эффект, который оказал COVID-19 на нашу науку, на финансирование и на развитие технических возможностей. И последний момент, я хотел бы вам просто напомнить, что адрес нашего сайта МОК ЮНЕСКО и портала, на котором опубликован данный доклад, вы можете его увидеть на слайде. Там находится этот отчет, он опубликован на 6 языках ООН и ЮНЕСКО, и все сопутствующие данные также доступны. Вы можете их использовать для создания своих собственных графиков или каких-то анализов. То есть это открытый ресурс, в котором вы можете найти множество интересных данных и использовать их в ваших целях. Большое спасибо, Жаклин, за твою презентацию. И сейчас я передаю слово Сальваторе. Большое спасибо, Жаклин, Ян. Это был довольно-таки амбициозный доклад, который потребовал усилий многих людей. Этот доклад, в нем много страниц, довольно-таки он объемный.
И вы нам дали довольно-таки ясный, краткий отчет о ваших находках. И поэтому сейчас я хотел бы пригласить нашу следующую участницу, Паулу Кристину Сьерра-Коррея. Паула является руководительницей отдела исследований и информации для управления морскими и прибрежными районами Инвемар в Колумбии. И она нам расскажет о более оперативном уровне и о том, как находки, отраженные в докладе, могут быть использованы в специфических целях. Также она нам расскажет о механизмах, которые позволят достичь передачи морской технологии в латиноамериканском и карибском регионах. Паула, передаем тебе слово. Для меня большое удовольствие участвовать в этой конференции. Хотел бы поделиться с вами опытом, который уже упомянул Сальваторе, касается доступа к информации об океане. Это региональный пример публикации данных, каким образом мы способствуем передаче морской технологии и также каким образом мы привносим свой вклад в качестве государства-члена МОК и также каким образом мы участвовали в публикации этого обширного доклада. Пожалуйста, следующий слайд. Что касается передачи морской технологии, здесь речь идет в целом о докладе, в который включены данные с 2005 года, и он включает в себя информацию и данные в различных форматах, которые, в принципе, доступны, и включает в себя различную информацию, связанную с темами как морскими, так и прибрежных регионов. Также информация о суднах, наши возможности обработки данных, и также политики и информация, которая существует касательно этой сферы. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы задавались вопросом, зачем в принципе нужен этот процесс, и потому что мы хотели бы, чтобы эта информация была доступна для всех участников процесса, и в частности для политиков и для лиц, принимающих решения. Также это позволяет нам передать и предоставить информацию всем участникам процесса и также позволить участие научных кругов и другие работы в сфере науки об океане. Также важно, чтобы данные, которые были использованы в рамках этого доклада, чтобы они были подтверждены разными научными источниками, потому что здесь мы делимся данными не только, так скажем, сухими, но также касающимися участников создания этого доклада, научных кругах и так далее. Важна прозрачность в этом вопросе в плане доступа к данным, к информации, всей информации, данных, полученных в рамках работы на протяжении этого десятилетия наук об океане. И в конце концов, здесь вы видите отражение, так скажем, прототип, довольно-таки гибкий в плане своей архитектуры. Здесь идет разделение на 7 тематических модулей. Вы их видите на экране. И в целом здесь речь идет о документах, о научных данных, которые у нас существуют в этой сфере. И внизу экрана мы сейчас публикуем адрес страницы, где вы можете скачать этот инструмент. Здесь вы видите отражение данных, различные графики. Сейчас у нас 24 страны-участницы, и
Также предлагаются различные виды информации, полученные из Латинской Америки, из Карибского региона и из Северной Америки. Мы также работаем с инициативой Ocean Teacher для получения данных, которые также объединены в этом механизме. Здесь также включены эти возможности профессиональной подготовки. Следующий слайд. На сегодняшний день этот механизм стал пилотной программой для системы океанографических данных десятилетия. Здесь вы видите тот вклад, который привнес латиноамериканский и карибский регион в систему. Это позволяет нам визуализировать данные и отражение этой пилотной программы в Ocean Info Hub. Здесь мы объединили эти характеристики и те тематические моменты и детали. Такие моменты, как тематический поиск, подробный перечень информации, специальные фильтры для каждой тематики. Интерфейс является многоязычным. Здесь есть на английском, на французском, на испанском данные, что позволяет нам проводить анализ, получить необходимую информацию с различных веб-страниц, то есть идет представление веб-сервисов и возможности взаимодействия. И в конце концов есть возможность получить доступ к данным как с мобильного телефона, так и через веб-браузер. Это те темы, которые затронуты в этом инструменте, это эксперты, лаборатории, обучение, документы, различные учреждения, которые работают над этими темами, вся геопространственная информация и также флот, в частности, судно и технические возможности. Таким образом, мы переносим эти информации, эту технологию из различных регионов, как в частности Латинской Америки, Африки, Азии и других регионов. И как говорил Ян в его выступлении, что это сможет принести свой вклад в международный отчет на следующем, так скажем, этапе. И в итоге я хотела бы поблагодарить, конечно же, правительство Фландрии за их поддержку. Мы продолжаем работать над этими темами и надеемся все-таки принести свой вклад со стороны нашего региона. Большое спасибо за внимание. Thank you very much, Paula, for this. Большое спасибо, Паула, за вашу презентацию. Спасибо за также другим участникам, другим докладчикам за предыдущие выступления. И сейчас я хотел бы продолжить. Приглашаю нашу следующую участницу, Тамара Томас. Она нам расскажет о важности передачи морских технологий для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. И я хочу добавить также, что Тамара является директором международной политики в области океана в организации Conservation International. Тамара, передаю вам слово. Большое спасибо, Сальваторе. Для меня большое удовольствие находиться здесь с вами. Теперь, пожалуйста, следующий слайд. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что в предыдущей презентации мы слышали о важности передачи технологии в пределах национальной юрисдикции и сохранения и устойчивого использования морского биоразнообразия в рамках национальной юрисдикции. А теперь давайте
немного выйдем за границы и поговорим о биоразнообразии за пределами национальной юрисдикции. Как я уже говорила, морская технология и ее передача предоставляют огромную важность для этих сфер, которые находятся за пределами национальной юрисдикции. И вначале я хотела бы немножко рассказать вам о контексте. Морское биологическое разнообразие в районах за пределами национальной юрисдикции. В данный момент ведутся переговоры касательно морского права и достижения зонтичного соглашения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву или ЮНКЛОС, и также работа отдела по вопросам океана и морского права. Это соглашение будет основано на принципах, и сама передача морской технологии, как уже было сказано, как это упомянула Паула и другие участницы, данный механизм является основным элементом, который очень важен для проведения переговоров за рамками национальной юрисдикции. Позвольте немного вам рассказать об этом соглашении. Было проведено несколько предварительных встреч, в частности, 4 встречи, 4 собрания, и также были собраны различные элементы, различные пункты, которые были обсуждены в рамках этих встреч. Таким образом, возникла эта инициатива проведения конференции. Как я уже говорила, было 4 встречи проведены. И 4-я была запланирована на август, но похоже, что она будет перенесена на следующий год. Все мы ожидаем с нетерпением, каково будет завершение этих переговоров и какое соглашение будет достигнуто. Здесь мы видим инструмент, историю инструмента на международном уровне, инструмента по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в рамках и за рамками национальной юрисдикции. Вы видите эти круги, и в них отражена важность морской технологии и ее передачи, и та важная роль, которую она играет. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь мы видим пакетное соглашение, глобальное соглашение, которое было достигнуто, и выявлено несколько аспектов, которые включают, но не ограничиваются указанными на экране. Нет, так скажем, смысла обсуждать эти темы по отдельности, они должны быть приняты во внимание совместно. Также важно понимать влияние данного соглашения на аспекты, связанные с окружающей средой, защищенные какие-то морские зоны и передачу морской технологии. Все эти моменты важны для достижения соглашения, которое бы гарантировал устойчивое использование и сохранение биологического разнообразия. Здесь включены такие элементы, как вопросы технологии, администрации, человеческий фактор и так далее. Мы признаем, что до сих пор существует множество пробелов и таких потребностей, как в частности потребность в данном механизме. И необходимо найти решение для
удовлетворение потребностей в этой сфере. Это позволит в будущем добиться успешной имплементации этого вопроса. Со стороны МОК мы ожидаем различные руководства, которые позволят нам выйти немного за рамки уже накопленных знаний. И, как уже было сказано предварительно, наука об океане была, в рамках этой науки были разработаны различные инструменты, которые выходят за рамки национальной юрисдикции, такие как усиление возможностей и другие вопросы, расширение возможностей и другие вопросы, связанные с океанографической наукой, и которые следует пересмотреть в будущем. Об этом расскажет подробнее следующий спикер. Что касается администрации, существует необходимость гарантировать передачу морских данных и технологий, и также необходимость в мониторинге и оценке. На следующем слайде мы видим вопрос. Что означает передача морской технологии и что это означает в целом? Как это связано с биоразнообразием, находящимся за рамками национальной юрисдикции. Просто хотим сказать, что мы должны также поддерживать страны, которые находятся в процессе развития, предоставлять различные специфические данные и профессиональную подготовку, касающуюся генетических ресурсов, и также добиться активного участия как на уровне суден, так и на уровне лабораторной техники. Таким образом, развивающиеся страны должны более или менее достигнуть уровня других стран, в частности, уже развитых стран. Передача знания и механизмов, передача этих знаний за рубежом в других странах также представляет огромную важность. Пожалуйста, следующий слайд. А в заключение я хотела бы сказать, что программы по расширению возможностей могут быть более специфическими в плане национальных контекстов для того, чтобы была достигнута имплементация и побеждены различные вызовы, в частности, экономические, политические и так далее. И также сохранение и устойчивое развитие и использование биоразнообразия. Мы надеемся, что имплементация будет успешной. И, разумеется, мы призываем к сотрудничеству всех заинтересованных сторон этого соглашения для гарантии успешной передачи морской технологии. Большое спасибо. Замечательно. Большое спасибо, Тамара. А теперь хотел бы пригласить нашу последнюю докладчицу. Это Элисон Клаузен, программный специалист Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Она занимается координацией программ по устойчивому развитию. И Алисон нам расскажет о плане имплементации данного дизайна и развития программ в рамках этого десятилетия. Большое спасибо, Сальваторе. Поздравляю всех с Мировым днем океана. Для меня большое удовольствие находиться здесь. Я хотела бы вам напомнить, почему мы здесь собрались и почему мы говорим в целом о десятилетии наук об океане. Наверняка многие из вас уже знают, но я просто хотела бы напомнить о важности этого десятилетия. Наука, она основана на
любопытстве и компетентности в диагностике проблем, и она дает решение и побуждает к действию. Очень важно, чтобы существовало какие-то рамки для того, чтобы достигнуть большего равенства в этом вопросе и доступа данных информации об океане для всех участников. Рамки для реализации с левой стороны. Вверху вы видите миссию и видение этого десятилетия. Мы хотели бы, чтобы это десятилетие вдохновляло и стало катализатором изменений и создания союзов, в частности, привлечения пользователей и поставщиков данных. Разумеется, работа на локальном уровне также является важным. Важным является передача данных об океане. И наверняка многие из вас уже знакомы с использованной технологией и терминологией. И мы призываем всех союзников во всем мире подключиться к этой инициативе, к этому десятилетию. Сегодня очень важный день, потому что мы объявили о первой совместной программе. Я дальше в чате опубликую ссылку на этот призыв и на эту инициативу. Мы надеемся, что это поможет нам справиться со сложностями и добиться прогресса в плане наук об океане. Мы наверняка увидим результаты, которые повлияют на достижение целей повестки 2020-2030. Над этим работает огромная и очень разнообразная группа представителей заинтересованных сторон, и мы надеемся на сотрудничество, на синергию, на создание альянсов, и на протяжении последующего года мы надеемся провести серию форумов, в частности, онлайн-форумов, которые позволят нам вдохновить всех участников процесса к достижению целей. И далее я хотела бы отметить, каким образом измеряется прогресс в рамках этого десятилетия. Почему это важно? Потому что важно следить за достижениями. 10 лет, десятилетие — это довольно-таки долгий срок, поэтому мы нуждаемся в адекватной администрации, мы должны каким-то образом адаптироваться к новым условиям и также сфокусироваться на различных областях. Для этого у нас собралась довольно-таки разнообразная группа. И в рамках этого десятилетия первая концепция была представлена на внутреннем собрании совета и касается, в частности, основывается на различных моментах. Эта инициатива довольно-таки простая, довольно-таки адаптируемая. И что это означает? Это означает, что мы стараемся избежать дублирования уже существующих процессов или методов, или индикаторов. Например, в частности, в данном докладе, о котором шла речь в начале сегодняшней презентации, мы упоминаем эти моменты, и мы его используем как бы в качестве отправной точки для достижения прогресса в рамках этого десятилетия. Также рамки этой работы должны быть инклюзивными, должны привлекать знания, так скажем, на локальном уровне, знания коренных народов, и все это должно быть включено в этот мировой доклад о науках об океане. Пожалуйста, извините, может быть, текст немножко мелкий, но здесь перечислены основные компоненты. В частности, цель этой системы — это операция на трех разных уровнях. Вы здесь видите желтый, зеленый и голубой столбец. Здесь описывается влияние и достижение в рамках этого десятилетия. Мы перечисляем здесь различные индикаторы, как качественные, так и количественные, потому что, как вы знаете, существуют различные способы измерения индикаторов.
наверняка здесь будет также пересечение с программой, с повесткой 2020-2030 и другими программами. В оранжевом столбце мы можем видеть следующие пункты. Это мониторинг и различные другие операции, которые бы мы хотели реализовать в этих рамках. И с левой стороны очень важный момент, важное измерять следующие моменты, такие как доступ к технологии, меняющиеся условия и так далее. И здесь мы надеемся на создание связи с другими пунктами, с другими элементами. И следующий слайд — это наши последующие шаги в рамках оценки. Это та концепция, которую подготовила группа по разработки документов. Этот документ позволит нам обсудить важные моменты и найти синергию, различные методы, которые уже существуют и которые мы могли бы использовать. Мы постараемся воспользоваться тем фактом, что эта система уже включает различные инструменты и процессы. Также мы здесь рассмотрим различную деятельность и с целью создания пилотных программ по оценке. Надеюсь, что к концу года эта программа уже будет завершена. И на этом я хотела бы уже закончить. Кажется, у нас уже практически выходит время. Большое спасибо, Алисон. Теперь я хотел бы пригласить всех наших сегодняшних докладчиков. Пожалуйста, включите ваши камеры. Алисон, Жаклин, Паула, Тамара, Ян. Ян, вы еще здесь? Надеюсь, что он к нам еще подключится. Да, к сожалению, времени уже остается очень мало, но я хотела бы воспользоваться оставшимися минутами и упомянуть такие важные темы. Здесь у нас существует очень такой солидный нарратив, который выделяет основные моменты, и с другой стороны, предыдущее десятилетие позволило нам получить возможность добиться того, чтобы наука об океане позволила обществу добиться необходимых возможностей и способностей для функционирования и для задания темпа повестки 2020-2030. Мы столкнулись с ситуациями, какими-то техническими моментами, техническими сложностями в плане некоторых механизмов, но политические рамки для решения этой ситуации, в принципе, уже существуют. Я хотел бы задать вам вопрос, надеюсь, что вы буквально за минуту сможете на него ответить. Хотел бы начать. Ян и Жаклин, вы, пожалуйста, сами решите, как вы предпочитаете ответить на этот вопрос. Мне кажется, что наука об океане является в какой-то степени прерогативой. Существуют усилия, направленные на эту науку. Мы видим, что многие страны инвестируют в науку об океане. Жаклин и Ян, что вы можете сказать о существующих пробелах? Как вы думаете, каким образом мы можем сократить эти моменты? Связано ли это с образованием, с профессиональной подготовкой, с политикой или, может быть, со всеми вышеперечисленными пунктами? Жаклин, мы вас слушаем. Да, большое спасибо за ваш комментарий. Очень интересно отмечать эти сложности, эти вызовы, особенно учитывая, что они настолько ясно задокументированы в рамках оценки данных нашего доклада.
в Африке, например, мы видим вопросы, связанные с финансированием, которые здесь мы основываемся на передаче технологий, на каких-то краткосрочных проектах на 3-4 последующие года. Мы проводим этот проект, и мы не продолжаем работу, и что, в принципе, не очень устойчиво. И в Африке также было бы необходимо воспользоваться средствами и возможностями, которыми нам предлагает филантропия. И нам нужно посмотреть, кто нам может помочь в этом вопросе. Поэтому здесь два таких вопроса. Я думаю, что это финансовый аспект и также аспект, связанный с образованием. То есть нам необходимо обучать людей для того, чтобы они, основываясь на этих знаниях, могли нам предоставить необходимые средства, необходимые финансы. Спасибо, Жаклин. Это серия действий, которая отражает этот подход. Также касается и участия многих сторон. Мне кажется, что это является фундаментально важным для этой инициативы по сравнению с другими инициативами, которые были проведены ранее на протяжении предыдущих лет. Могли бы вы немного рассказать нам о совместном производстве, совместном развитии и, в принципе, вот этой разнообразной природы различных участников процесса. Да, спасибо, Сальвадор. Мы пытаемся сейчас следующий посыл передать, что нам хотелось бы видеть, что деятельность в рамках этого десятилетия, она ведется совместно и как участниками процесса, которые работают непосредственно над получением обработки данных, так и теми лицами, которые в будущем будут этими данными пользоваться. Необходимо создание этих альянсов с самого начала, чтобы люди работали совместно, чтобы основные вопросы были заданы с самого начала. У нас есть ключевые критерии, также были выпущены рекомендации касательно этого десятилетия. Мы понимаем, что эта концепция, в принципе, очень новая для множества из вас. И работа над этими вопросами, она уже, в принципе, началась, и уже существуют какие-то довольно-таки осязаемые наработки. Поэтому, пожалуйста, следите за нашими публикациями, там, в принципе, это описано. Большое спасибо. Время уже, к сожалению, вышло. Но у нас еще остался вопрос о важности образования и о связи с наукой. И ранее указанных вопросов. Тамара, вы говорили о биоразнообразии, о сохранении и о разнообразном использовании, устойчивом использовании океанских ресурсов. Что касается зон, которые находятся вне национальной юрисдикции, это очень важная тема. Я надеюсь, что мы сможем этого достигнуть. Наука об океане нам дает множество уроков, множество вызовов. Да, Сальваторе, большое спасибо. Я думаю, что существует способ, который позволил бы нам объединить вышеуказанные элементы, и что мы сможем добиться необходимых соглашений. Как мы понимаем, передача морских данных, океанографических данных является очень важной для достижения этого соглашения. Мы должны убедиться в том, что ведется расширение прав
и возможности в рамках этого вопроса, и что все страны-участницы смогут поучаствовать в обсуждении до того, как начнется имплементация этого соглашения, и таким образом более или менее выровнять статус в плане принятия решения развитых стран и стран, находящихся в процессе развития. Это уже было указано на предыдущем слайде, положение коренных народов, их знания. Мы должны воспользоваться их знаниями наравне с научными данными. Спасибо за вопрос. Большое спасибо. И последний вопрос Паула. Мне очень понравилось то, как ты описала передачу технологии, связанные с океаном, с наукой об океане. Когда мы слышим об этой концепции передачи технологий, мы всегда думаем в частности, о вопросе оборудования и так далее. Но здесь также важна и информация, данные и так далее. Считаешь ли ты, что страны на сегодняшний момент уже сотрудничают, уже ведется сотрудничество между ними, и какова важность участия стран, находящихся в процессе развития в плане передачи технологий? Важна связь с голубой экономикой и с сохранением биоразнообразия. Да, именно так. Что касается передачи и технология, это касается не только оборудования, не только каких-то аппаратов, это также затрагивает и людей, учреждения, техспособностей, которыми обладают эти люди. Это здесь речь идет не только о научных знаниях, но также и о традиционных знаниях. Страны, которые сейчас ведут сотрудничество, они получают профессиональную подготовку на различных уровнях, на уровне магистерских, на магистерском уровне, на уровне докторском. Поэтому, к сожалению, звук прерывается. Извините, у нас тут технические сложности. Извините, пожалуйста. Это нам поможет в таких... К сожалению, звук прерывается. Это поможет нам создать мировую карту морского дна и, конечно же, подключить все регионы, все зоны, которые могут привнести свой вклад. Большое спасибо, Паула. И с вашего разрешения я хотел бы закончить эту сессию и, во-первых, конечно же, поблагодарить наших докладчиков. Яну, к сожалению, пришлось отключиться, потому что у него был запланирован еще один виртуальный семинар, но хотел бы еще представить два дополнительных вывода, которые связаны с темами. Следующими — это гендерный вопрос в науке об океане. Жаклин немного их упомянула. И следующее — это участие молодых специалистов. Мы надеемся, действительно надеемся, что на протяжении десятилетия науки об океане мы отметим развитие и прогресс в отношении обеих тем. Также я хотел бы вам сказать, что у нас есть множество ресурсов, которые мы сегодня упомянули. Я хочу вас призвать, пожалуйста, ознакомьтесь с этими ресурсами. И хочу еще раз поблагодарить всех участников, докладчиков и организаторов этого виртуального семинара. Еще раз поздравляю вас с Всемирным днем океана. Большое спасибо.